Хей, окей, с вами Шумки, мы сегодня поиграем в игру под названием Гаторбота. О, кажется, я что-то сломал, да? Ненароком. Полноэкранный. Окей, начать игру. Слот 1, новая игра. Куда-то летим. Горевозвая, центр управления полетами. Центр управления полетами. Прием. Как слышите? Ух. Не могу по... Так, пошевелиться. По крайней мере, я жив. Эй, тут кто-нибудь есть? Мяу. А? Кики, это фейка моя. Плохо дело, Кики. Мне из корабля никак не выбраться. Кики, теперь ты главная. Мя. Господи, я выдал... Так. Выдаю ценные указания кошке. Прости, котенка, просто меня вот-вот повысят. Косячать сейчас никак нельзя. Обычно так как... Такие... Так. В станциях есть управляемые роботокостюмы защиты. Давай поищи такой. Я буду с тобой говорить через приемник в ошейнике. Ты, главное, слушай меня. Ну... Понеслась. Мя. Хорошая киса. Окей. А, я могу по стенам бегать. Что такое, Кики? Кики, ты что, водички испугалась? Мяу. А по-другому никак, Котофеев. Придется лезать по воде не... Так. Не мытьё, так катание. Бу! Садист. Пугает он меня. Так. Давайте сюда. Короче, мне нужен какой-то костюм. Робо-костюм. Умница, Кики. А теперь залази на платформу. Так, вы только что гляньте, она тебя даже налез. А если захочешь вылезти, то нажми вверх. Так, с этим разобрались. А теперь надо выяснить, что за ерунда тут творится. Мяу. Хорошая киса. А удерживать я не могу. Так, все. Да, классно. Как с костюма выбраться? Окей, не хотят говорить. Я там, я тоже, да, не могу. Так, это не ломается. Тут есть карта или что типа того, подождите. Как мне бы хотя бы куда-нибудь зайти, подожди. Как меню открыть? Это вообще, кажется, для мобильников, да? Или нет? Игра. Ох ты ж, ё-моё. Ну, просто мне не нравится то, что на маленькой рамочке. Но изначально она вообще была в рамке. Как для мобильника. Ой, я не заметил. А, энерг. Это хп мое. Найди модуль прочности. Кики, ты нашла модуль прочности. А теперь костюм сложнее сломать. Умница, Кики. Мяу.
Хи-хи. Писька. Блять. Да ладно, он костюм не плавает. Буду знать. Так, а в эту сторону мы тогда не пошли, да? А, я сюда не прошел, в принципе. Окей. Так, я сохранился. Типа я могу сохраниться, да, в любой момент. Типа костров. Ладно. А, подождите, а, блин, как выброс? Чё? А. Это shift. А есть тут карта, либо что, типа, наподобие? Походу нужно все запоминать, да? Это типа сложно. А не, есть карта. Enter. Полный экран. Сложно сделано. Ну, так, приближать я не могу, да? S это сохранение. Хорошо. Давай в эту сторону. Давай не в эту сторону. Там вода. А тут просто тупик. Ну, тогда только вода. Блин, улей вот этот. Такое дело. Это дело такое. Замысловатое. Босс? А нет. Просто какая-то арена. Тут мне не пройти. Тут только с помощью кошака. Так, shift. Мы под водой. Тогда тут есть место, где можно подышать. Значит, моя Китти не сдохнет. Ну хорошо то, что я могу. Вау, так я могу еще так хорошо отскакивать. Ну тогда нормально. И я замечу, что я только вижу это, когда в костюме нахожусь. Найденный ракетный модуль. Тихий, у тебя есть ракета? Нажми C, чтобы использовать ее. Разбивай блоки, прыгай еще выше. Конец связи. А. Короче, я максимум могу две штуки сразу выпульнуть и все. Хорошо. Буду знать. А ну-ка. Не, я высоко не прыгаю. Так сказать, я высоко не прыгаю. Стенки хотя бы не восстанавливаются, это радует.
Интересно, здесь просто так, походу, да. Ваншот. Так, ну я вижу, куда я могу пройти, в принципе. Давай, запрыгнешь ко мне. Типа, ну ваншотит, это хорошо. Здесь, походу, секреток таких нету, да? Так, ладно, сохранимся. А вернуться я не могу, да, получается? Да. Вернуться не удастся. Но если удастся, в принципе, вернуться, скорее всего, с другой стороны там. А, мя? Мря? Пи-пи. Что это там пищит? Кики, у меня очень плохое предчувствие. Ни хрена себе. Я забываю про определенный радиус, на котором я могу это делать. Mm. Е-мое. А, так. А штрафы какие? Типа, тактика ясна. А, то есть мне даже не нужно по шлему херячить. Ай, то есть нет, пипи. Мям. Словно говорящая мышь. Похоже, я потерял больше крови, чем думал. Давай, киса, пойдем дальше. Я на тебя очень рассчитываю. Сохранимся тогда. Типа первый босс. Мышь. Я не знаю, насколько игра длинная вообще. Длинная ли она вообще? Вода — это смерть. Ну, я, в принципе, знаете, что могу сделать? Смотрите. Оп. Я что, котом плавать могу? О. Модуль прочности. Да. Хотя бы это я могу.
такие сильные. Значит, да, тут все-таки что-то это спрятано. Хорошо. Так, это у нас куда-то-то там. Я, в принципе, могу сейчас подняться наверх. Ого, это многобойная, так сказать, ракета. Сейчас вернемся обратно немножко. Я хочу там в секретку пойти. Ладно, плевать. Пока бежим. Так, тут есть спуск вниз. А, там точно. Там не пойдем. Что здесь? Мне нужно сохраниться, желательно. Можешь... Это такая вся локация, маленькая такая. Карта. А, это место падения только. Это еще что такое? Запись в журнале охраны 2312. Говорит Джимбо. Доктор окончательно спятил. Он перенастраивал систему свой... Так. Свой-чужой у охранных систем. На территории теперь смертельно опасно находиться. Мои коллеги либо мертвы, либо... Либо еще что похоже. Попробую выбраться через капсулу на поверхность. Вот уже не знаю, получится ли. Но я слышал... Так. Слишком люблю тебя, Земля-2, чтобы под... дрожать здесь всю жизнь. Конец связи. Ясненько. Так, возвращаемся. Так, стоять. Или лучше в ту сторону. Это спорно. Давай. Может, там ХП будет? Найденный картридж. Кики, ты нашла картридж? Как изысканно. Разблокирована гамма... Так, древесная. Попробую включить ее через меню. Конец связи. Так, а я смогу потом... да, пойди, смогу. Ну ладно. Окей, ну в принципе, смотрите, у нас картридж это типа модификация. Какая-то Е. А, отлично, Кики, ты добралась до Нексуса. Все дороги ведут сюда, и это такое ядро, что ли, если можно так выразиться. Но не суть, нужно найти вход в лабораторию. Давай, Кики, я в тебя верю. Мяу-мяу-мяу. А, даже так. Конец связи. Я-то на самом деле думал, что там и... Ага, Нексус, да, это другая локация. Тогда гоу, вернемся. Я думал, типа, сюда вернемся, соберем бонусы, которые мы не собрали. Сюда нужно было по сюжетке идти. Это... А, не, не вечное зависание. Ясно.
А. Понятно. Серьезно? Нужно теперь дожидаться двойного прыжка, либо типа что-то типа того. Да, круто. Вот тогда в другую сторону. Так, ну в принципе такое. Там подъем наверх. Ну, в принципе, я посмотрел на играбельность, и она играется довольно хорошо. О, пистолет. Подождите, нужно режим. Полный экран сделать. Так, оружие, пистолет, костюм, картридж только есть. Куда пойти? Типа, у нас разновидность, куда идти, довольно большая. Давайте, например, сюда пока что. Окей. И куда я еду? Акведук в какой-то. Так, Дикий, ты добрался до акведука. Пока все идет довольно неплохо, теперь надо слушать воду. Мяу. Как бы осушим воду и мокнуть больше не надо будет. Тут где-то должно быть три водопровода. И они должны соединяться с так, с коридором внизу. Ничего сложного. Эх, интересно, ты меня понимаешь или все-таки нет? Конец связи. Я понял, это следующая локация, куда мне не стоит еще идти. Ай, блядь, разлил воду, сука. Пиздец. А что я могу сделать? Нет? Получается, я пока что плавать не могу, да, в костюме этом? А хотя... А, то есть он отпрыгивает автоматически. То есть даже если я захочу, я туда не попаду. Окей. У меня, ну, тут даже опыта не дают. Типа, смысла нету именно так убивать. Хотя тут есть свое время. Время показывается. Это главный компьютер, ну... Ну, привет, компьютер. Серьезно. Не нужно общаться ко мне так сложно. Я один из вас человек. Ладно, сразу к делу. Видишь этот значок? А можно еще больше так, снисходительно тоном? Да, вижу. Отлично, человек, этот знак означает поломку. Вместо него должна быть галочка. Примерно такая, смотри, человек. Это галочка. Вот твой текущий прогресс. Акведук заполнен несловно. Так. Неагрегатное ядро все еще перегревается. Вентиляция полностью заблокирована. Фу. Я смогу открыть двери в лабораторию только когда... Когда поломки будут устранены. Вот же гадина, пойдем-ка, Тейка. Ага, сюда мне рано. Ну, ударил меня все-таки. Эй, не стреляй! Ты что? Кошка в боевом робото-костюме? Ну да, чья бы корова начала. Вообще, няу.
Слушай, может мы сможем друг другу помочь? Я помогла бы лучше твоему оружию, но мне понадобятся запчасти. Принеси 7 картриджей, и я посмотрю, что ты тут можно придумать. Вообще, какие? Боюсь, эта планета плохо на меня влияет. Нужно побыстрее разобраться с миссией, пока я тут окончательно не тронулся. Мя. Окей. Получается, мне, в принципе, только туда и нужно идти. Потом, скорее всего, мне дадут этот. У меня создалось ощущение, что делает их кошка. Спасибо за обновление. Чё? Блин, я пропустил. Я думал, это типа повторно. Говорят мне. Кажется, нет. Окей, плевать. Ну да, это типа на самом деле можно все заспидранить, я даже думаю. Ну, типа, главное, на боссах там лажа может происходить. Нифига себе. Типа, я думаю, здесь можно и просто так проплыть. Да, это типа, обычные враги. Ну, типа, комната арены. Чтобы я только смог. Ну, в принципе. В принципе, картридж. Ну. Ну, так сделаем. Чтобы было. Там еще вниз, куда там был проход. На самом деле здесь просто shift можно удерживать и все. А, точно. Мне нужно срочно научиться плавать. Ну именно роботом в воде. Да ладно, у кошки одно хп. Но этого я даже не подумал. Да, да, такое получается. Я не знал. Буду осторожней. Воу! Ну, в принципе, я думаю, можно даже на этом закончить. Почему бы нет? Погнали. Закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем удачи и всем пока.